Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. Так, господа, всем привет! Еду по центру города Челябинска. Завтра загрузочка. Ждите, будет вам видос. Это тоже маленький вставыш видоса. То, как сегодня будем мы ставить, устанавливать горный тормоз на этот чудный автомобиль. Вот уже все куплено для этого дела. Заслонка, клапан, трубка, все это придумано. А сейчас я поворачиваю на улицу Российскую. Там едем в автосервис. Автосервис — это крутой автосервис, ребята. Правда, не грузовой. Это легковой автосервис, но он тоже крут. Парни там занимаются своим делом четко. Дальше. Будем мы устанавливать вот это все дело на автомобиль. Взял еще салонный фильтр. Вот. Скоро зима, надо салонный фильтр. Скоро грязь вся полетит. Поэтому надо салонный фильтр. Здесь грузовым, по сути, ездить нельзя. Но я не такой уж наглый. Я аккуратненько вот так вот проеду разочек. Я думаю, мне за это ничего не будет. А вот это российская, это грузовая. Так что я на нее сворачиваю. Так что то хейтеры думают, что, короче, ни хрена у вас не выйдет. Потому что я уже сворачиваю на улицу Российскую, а это грузовая дорога. Там у нас центр города. Жалко, я вам с мана не покажу. Там у нас есть площадь Революции. Вот вдалеке там виднеется большой огромный телевизор. Все такое. Там проходят разные мероприятия. А здесь просто центральная улица Ленина. И все. Поэтому едем, короче, по этой улице. Рассказываю вам. Сейчас, правда, время у нас уже... Сколько у нас? 6 часов дня по Челябинске. Будем, короче, мы устанавливать все это вечером. А завтра уже в рейс. Завтра уже будем тащить 20 тонн плитки в Москву. Поэтому без горного тормоза, я думаю, будет стрёмно ехать. И надо сегодня его сделать. Так что занимаемся сегодня горным тормозом. Так, заезжаем в центре. Едем по центру. Сейчас постараемся здесь припарковаться. Тут куча машин. Еще все с работы не уехали. Поэтому сейчас, наверное, пойдем пешком посмотрим. Вот здесь припаркуемся и пойдем пешком смотреть, куда мы будем парковаться. В общем, как-то так. Ставил мана. Пока что припарковал. Сейчас идем и смотрим, где бы припарковаться. Вот он, автосервис Вектор, 50 метров. Так, если мы туда дальше проедем. Так, вот сюда сам сервис справа. Так, а мы постараемся припарковаться слева. Вот здесь я, наверное. Я думаю, зайдем. Главное, вот этот кабель не снести. Так, я думаю, все будет ровненько. Че, потихоньку поехали? Вот он стоит, моргает. Сейчас будем парковать его. Пробовать. Итак, господа, вот так вот я припарковался. Чудным образом погода меняется. Надо усиливать, короче, усилия. Быстро все откручивать, быстро все снимать.
Так что, скорее всего, без съемок. Потом покажу итог. Друзья, всем привет. Всем привет. Я нахожусь уже на стояночке. Идем забирать Мана. Сегодня отправляемся в рейс на Москву, как я и говорил. Ничего вчера у нас не получилось. Так, вот Серега стоит. Ренуха. Парни тут на автобусах. Тут еще много, наверное, тех, кто меня знает. Тут очень много разных. 104-й какой-то. Что за 104-й? Хрен его знает. Так, вчера я уже поздно вот так вот припарковался. Сейчас будем цеплять телегу и поедем в рейс. В общем, вчера ничего мы не поставили, потому что ни хрена это все не подошло. Все это так, ни о чем. В общем, буду делать серьезно и буду делать позже. Что делать? Вот так вот. Все, сейчас зацепляемся, качаем воздух и выдвигаемся. Ребята, загрузка у нас в Еманжелинске. Это что-то 60 километров от Челябинска. Все, что, погнали? Так. Ага. Чё, посмотрим, как он будет пускать дымка. Так вот он пускает дымка. Так. Сегодня на улице у нас потеплело. Можно открыть люк. Все, качаем воздух. Качаем. Ребята, выезжаем со стояночки. Едет прицеп за нами. Поехали, поработаем немножечко, как говорится. Господа, все, заключительный момент из дома. В общем, короче, закидал я кучу вещей, все закидал, компьютер потом положу. Ехать на 60 километров до загрузки, это Еманжелинск. Все, поехали. Газели в Челябинске. В принципе,
по всей России. Вот, видите, с правой стороны идет газелька. Она идет еле-еле. Я сейчас пойду на обгон. Видите? Это вообще, это чудо. Как она едет. И ведь она едет, ребята, едет и везет бабки. Так что, а вы говорите. Вот так вот ездят, ребята. Суровые уральские пацаны.